3 минуты на бой, никаких ударов по голеням, локтями и коленями. Остальное разрешено. Вот основные принципы комплексного единоборства. Этот вид спорта создали в Российской службе судебных приставов. Как пояснили на соревнованиях, за основу брали приемы, которые могут пригодиться во время исполнения служебных обязанностей. Для защиты судей, для защиты участников судебного процесса, для защиты уголовных дел, для защиты вещественных доказательств, а также для обеспечения безопасности действий судебных приставов-исполнителей во время исполнения решений суда. Также мы выполняем функцию выдворения иностранных граждан за пределы Российской Федерации. И в случае нарушения ими установленного порядка мы имеем право применять физическую силу. Хорошая спортивная подготовка помогает приставам и в жизни. Забрали вот, ну, у моей подруги телефон и вот задержали. Как бы он убежал, догнали и все, задержали. Парни, молодого. На второй отборочный этап чемпионата службы судебных приставов собрались 23 участника из 7 дальневосточных регионов. Амурской области, Камчатки, Чукотки, Сахалина, Якутии, Хабаровска и Еврейской автономной области. Приставы занимаются и другими видами спорта. Например, благовещенец Евгений Зливко – неоднократный победитель международных рейтинговых боев по современному панкратиону. Исполнения служебные. То есть они бывают на улицах различного вида. Бывает, когда и двое против много человек. Бывает, когда один против одного. Он там достаточно такой человек морально волевой, давит морально. Поэтому здесь в первую очередь спорт спортом, а работа – это психологический фактор. Спортсменам приходится использовать как приемы рукопашного боя, так и борьбы. Атаковать противника и отражать удары приходится в вертикальном и горизонтальном положении. Соперника можно отправить в нокаут или применить болевой прием. Бойцы испытывают колоссальную физическую нагрузку. Иногда на соревнованиях случаются переломы конечностей. Бывали случаи, когда спортсмены прямо с татами отправлялись в больницу. Но это приставов не пугает. Надо много пахать, тренироваться и еще раз тренироваться. Не пить, не курить где-то в подворотне, а идти в зал. И выкладываться на полную. Я никогда не чувствую соперника. Пусть он ищет меня. Пусть я сильнее, лучше. Финал соревнований пройдет уже на ринге. Победители войдут в состав дальневосточной сборной, которая в мае отправится защищать честь своего региона на заключительный этап чемпионата России по комплексному единоборству среди судебных приставов. По предварительной информации, он пройдет в городе Грозном. Василина Садовенко, Александр Лисенюк, Альфа-Новости.